Кофе сделан, можно приступать. Ребят, всем привет! Это очередное видео из серии «Мой опыт», и в нем я очень хочу поделиться с вами вещами, которые я хотел бы знать сильно раньше, в идеале в начале моей карьеры программиста, а то и на этапе обучения. Уже сейчас, имея 4-5-летний опыт работы, я понимаю, что некоторым из них стоило бы уделить гораздо большее внимание, потому как это сильно ускорило, либо качественно улучшило бы мое развитие как специалиста. А на некоторые из этих вещей можно было бы вовсе забить и не обращать на них никакого внимания. Я решил собрать все это в кучу и рассказать об этом вам. Это мой личный опыт, и выводы, которые я делаю их, основываясь исключительно на нем. Если вы согласны или не согласны с этим, обязательно пишите в комментарии. Не забудьте также поставить лайк. Можно, кстати, даже авансом. Наверное, один из самых часто задаваемых вопросов – это какой язык выбрать для изучения. И тут можно с полной уверенностью сказать – английский. Причин тому на самом деле несколько. Не зная английского, вы очень сильно тормозитесь в развитии и обучении. Все качественные ресурсы, все туториалы – все на английском языке. Вы также лишаете себя возможности прямого общения с клиентом. Соответственно, фриланс для вас, скорее всего, будет закрыт. Многие тут могут возразить и сказать, что можно пользоваться переводчиками, уводить общение в чаты и тому подобное. Но если ваша нынешняя профессия связана с наличием клиента в том или ином виде, представьте, что вы общаетесь с ним, не зная вашего родного языка, с помощью переводчика. Как бы это выглядело? Я до сих пор продолжаю учить английский, но сейчас больше в глубину, изучая идиомы и различные обороты, которые речь делают более английской. Мне его вполне хватает на работе, потому что команда на моем новом проекте из разных стран очень круто прокачивают фильмы. Многие скажут, что смотреть их тяжело и ничего не понятно. Я смотрел те фильмы, которые практически знаю наизусть. Уверен, что у каждого есть такой фильмец. К тому же очень много детских фильмов, мультиков, которые достаточно простые. Не хочу называть конкретные ресурсы, чтобы не сочли это рекламой. Можете написать в наш телеграм-чат, ссылка на который есть под этим видео, и вам там ответят. Нужно учиться гуглить. Никто не любит тех, кто приходит с вопросом, а ответ на него – это первая ссылка в поисковике. Возникает логичный вопрос, а тем ли вы вообще занимаетесь? Я очень часто встречаю вопросы, даже не гуглив, которые понимаю, что ответ – это первая ссылка в поисковике. Опять же, тут идет отсылка к первому пункту про английский язык. Google для программистов работает в большинстве только на нем. Насчет уметь гуглить. Многие даже не подозревают, насколько широкий функционал у вот этой строки. Просто попробуйте поискать что-то вроде Google Search Tricks. Многие его боятся, особенно поначалу, но я бы уделил ему не меньше значения, чем изучению самого языка. Это вещь, которая сильно облегчит вашу работу. Очень советую разобраться с ним глубже, чем Pull, Create, Branch, Commit, Push. Материала в открытом доступе по этой теме просто неимоверно много, и это как езда на велосипеде, нужно понять один раз. А если вы забываете гид-команды для той или иной ситуации, опять же, вам дорога в Google и вот такой поисковый запрос. Все самое нужное, я уверен, вы там найдете. Никогда не поздно начать учиться. И тому есть масса примеров. Многие сталкиваются с хейтом от бывалых программистов, которые начинали в 90-х, нулевых, и всех пришедших в сферу сейчас считают недосотрудниками. Уверяют, что с навыками написания кода нужно родиться, а первым вашим словом в жизни должен быть ассемблер. Категорически с этим не согласен. Безусловно, это не всем под силу. Часто слышу, что поздно начинать, потому что информация хуже усваивается, плохо запоминается и тому подобное. А еще чаще, что джун в 30-35 лет – это смешно. Тему возраста я затронул вот в этом видео. Чем раньше понять, что нет, никогда не поздно, тем больше времени можно сэкономить. К слову, на фрилансе вообще никто не обращает внимания на ваш возраст, а смотрит только на ваше портфолио, навыки ваши и умения. Soft skills. Часто это даже важнее ваших технических навыков, и иногда именно набор таких скиллов играет определяющую роль при выборе кандидата. В крупных компаниях этим навыкам уделяют много внимания и проводят различные тренинги и обучающие программы. А если вы не знаете, что такое soft skills, вспомните про второй пункт. Основы важны. Чем раньше я бы это понял, тем проще мне было бы учиться и работать. И тут, кстати, не очень подходит сравнение с машиной, которое часто обычно упоминают. Будто мне достаточно понимать, как управлять, а как оно работает внутри, мне не важно. Отвезу в случае чего на сервис, и там скажут, что делать. В случае программирования сервисом будет какой-нибудь сеньор, который понимает, что данные в конкретном случае, к примеру, копируются, они передаются по ссылке, а вы, недоумевая, не понимаете, почему же у вас переменное другое значение. Это так,
пример навскидку, что нужно просто копать чуть глубже. Часто слышу советы по типу «учите компьютер сайенс». Мало из этих советчиков знают, что это вообще междисциплинарная наука, которая сочетает в себе элементы от электромеханики до математики. И, кстати, если вам интересен все-таки компьютер сайенс, очень рекомендую вот эту книжку. Я уже рекомендовал ее в одном из своих видео, и она действительно крутая. Обычно, когда говорят о компьютер сайенс, имеют в виду теорию алгоритмов, языки программирования, системы построения компьютерных сетей, искусственный интеллект и архитектуры вычислительных систем. Компьютер сайенс — это отдельная наука, и она, кстати, отлична от software engineering, хотя во многом пересекается. Но из нее я бы однозначно брал понятие алгоритмов, их сложности, и да, это важно и нужно. Потому что, когда вы напишете, к примеру, один цикл внутри другого, при этом понимая, что такое сложность, возможно, вы выберете другое, более эффективное решение. Структуры данных, что это, какие бывают, чем отличаются и почему в связанном списке операция удаления элемента легче, чем в массиве. А все это можно понять, только разобравшись, как именно устроены эти структуры. К тому же это очень частые вопросы на собесах, которые показывают, насколько вы глубоко интересуетесь темой. Образование. Тут можно спорить долго. Скажу так, я пошел учиться на программную инженерию, когда мне несколько раз отказали в найме по причине отсутствия диплома. Но это был найм за границей напрямую с клиентом. Внутри страны я всего лишь один раз сталкивался с ситуацией, когда мне отказали из-за диплома. По крайней мере, мне так сказали. Об этом я рассказывал вот в этом видео. И, кстати, это было мое первое в жизни собеседование в EPAM. Оно было, в принципе, первым и сразу в EPAM. После него не было ни одного случая, чтобы это стало причиной отказа. Кроме того, при проведении собеседований не было критерия обязательное техническое образование. Но выскажу свое личное мнение. Я думаю, что вполне вероятно, скоро образование все-таки станет критерием при отборе. Поэтому, если у вас есть возможность его получить, и вы 100% связали свою деятельность с IT, получайте. Ну и, конечно, если у вас есть в планах релокейт за границу, оно вам точно пригодится. Перед этим лучше, конечно, понимать, где котируется диплом выбранного вами универа. Про отдых я уже рассказывал более детально и конкретно вот в этом видосе. Не нужно работать сутками. Перерывы как внутри дня и в виде нескольких дней отдыха очень важны. И не нужно этим пренебрегать. Даже если вы не чувствуете усталости, необходимо взять себе за правило делать регулярный отдых. На личном примере убедился, что работа после отдыха выполняется намного эффективнее. В общем, получился вот такой видос. Постарался собрать в кучу все то, что я упустил или то, чему я недостаточно уделял внимания. Надеюсь, эта информация окажется вам полезной. Если вы уделяете мало внимания языку или упускаете еще какие-то... Кто там пишет? Я, наверное, только через 2 или 3 года начал копаться в основах, разбираться, как работает база. И поверьте, это действительно добавляет общего понимания. Если вы мобильный разработчик, это не значит, что вам не нужно знать, как работает компьютер, каким образом выполняются команды. Поэтому я считаю, что знать это обязательно нужно. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Всем пока.